Привет, друзья! На новогоднем стриме, который был 30 декабря, я немного дарил подарки тем людям, кто досидел до конца этого стрима. И один из подписчиков, который получил подарок, решил меня тоже порадовать и тоже подарить мне небольшую игрушку. Это Алексио, и сегодня, собственно, мы на нее и посмотрим. Я вообще не знаю, что от нее ждать. Она у меня была в списке желаемого только из-за того, что она прикольно как-то выглядит. Ну, давайте посмотрим. В этом домике на окраине местечка под названием Гринхейвен проживает утенок Алёша. Сегодня он празднует свое шестилетие. После празднования отец позвал его на улицу, чтобы рассказать о давней семейной традиции. «Смотри, сын, видишь тот древний храм на горе? Я, твой дед и все селезни нашего рода прошли испытания, чтобы обрести свою монобровь. Провидение показало мне, что твое испытание будет именно там». Алёша давно ждал этого момента. Он был удивлен, что станет обладателем наикрутейшей моноброви. На следующий день Алёша отправился в путь к храму. Он был полон храбрости и решимости, ведь это влияло на крутизну его будущей моноброви. Удачи, утёнок. Какая потрясающая цель. Погнали. Ну, можно в обе стороны идти, я так понимаю. Ага, я должен собрать 3 каких-то желтых штуки на каждом уровне. Это какая-то галерея. В которой, видимо, пока что ничего нет. Ладно. Винил коллекшн, что? Так, ну здесь тупик, правильно? Или у меня есть какие-то суперспособности, которыми я могу пользоваться? Там не было этой прыгалки? Она такая незаметная. Нет, тут прыгалки нет. Ну, значит, нам направо. Правильно. Мой геймерский опыт, геймерская чуйка подсказывает. Gold Duck Collection. Yeah, my Gold Duck Collection. Press X. Ага, это я могу стрелять. Ясно. Оки-доки. А на вас я могу прыгать? Походу могу. Но я теряю свою пушку. Ага. И типа мне ее нужно снова найти. Так что ли? Это что такое? А, это яйцо как раз, которое нам нужно найти, наверное, да? Но я его не могу подобрать. Ну-ка. Опа. Ага, хорошо. Здорово. А? Мяу-мяу. Здорово, я Уруруш, кот-делец. Ты можешь найти меня на уровнях и обменивать свои очки на ништяки. До встречи, мяу. Мяу-мяу. Ага. Так, обменять-то дашь? Hold. А можно пригнуться. Блин, я ж пригнулся. Ну ладно. Так, ну нам тогда дадут еще один пистолетик. Но тут все возродились. Ясно. Да блин, я думал, он отпрыгивать будет. Он как-то не хочет отпрыгивать. Ну ладно. Это яйцо все еще ничего не делает. Его никак не подобрать, видимо. Ну окей, кот-делец. Мяу-мяу-мяу. А как тебя... Как у тебя ништяки получить? Угу. И типа... Ага. Ну, видимо, тебя нужно просто пройти мимо. Утенок, проходящий мимо. Ну, давайте я здесь просто... А, ну я не хочу здесь просто. Я же хочу монетки собрать, правильно? Мне... А, класс, даблкил. Мне интересно, что я, получается, очки все равно сохраняю. Даже когда умираю. Ну-ка, я могу тебя пришлепнуть? Да, могу. Главное не терять мою пуколку. Так, с этой стороны просто монеточки. Ну, двойного прыжка у меня нет, возможно, он появится.
А ты, да? Ты не умер все-таки? Бам. Хорошо. Кассета какая-то. Так, что это? Как тебя применить? Ладно, не знаю. А это я типа неуязвимый, да? Следующий. Да, конечно. Не успел. А, ну я... А, это типа чекпоинт. Бам-бам-бам. Отлично. Ну, тут знак вопросика, и типа... Я думал, тут подсказка какая-то будет. Или нет? О, 2x-jump. Это вот эта зеленая штука, это 2x-jump. Ясно. А это плюс хп. Ага. То есть меня могут ударить, видимо. Это у меня плюс 2 удара, которые я могу пережить без смертей. Правильно? Ну ладно. Что это за башка? Сверху. Так, ну сверху монетки тоже надо собрать. Инерция не сохраняется. Опа. Ага, тебя два раза надо бить. Ясно. А. Да, я даже не заметил. Что там эти штуки? Тыдыщ. Ага, ага, плывем наверх. Экзит. Окей. Ну, я явно тут не все собрал, не все посмотрел. Ну ладно. Но тут явно можно возвращаться к уровням. И что здесь? Невидимая стенка? Ну, какая-то утка ученый. Ладно. Монетки прячутся за цветочками. Какие-то цветочки перед монетками, какие-то за. Ты вообще что такое? Прыгающее. Ну, больше ничего. Хорошо. Ну, эту штуку я не могу убить, я так понимаю. Так, ты вообще колючий. На тебя лучше не наступать, я так понимаю. Бам. Ясно. Ага, у меня ноль жизни осталось. Интересно, что это значит. Что бы это могло значить? Что я начну просто уровень сначала или... Или у этого какие-то более глобальные последствия? Как я вообще туда запрыгну? Разве что на этом ёжике? Ну, ну да, как я и думал. Утки конец. Продолжить? Ну, давайте продолжим. А что? Какие еще варианты были? Просто выйти из игры? Ну, не, не такие. Ну, нет, очки. Так, а здесь что? Ясно. Не, ну, мало ли, там секретка какая-то. Надо же проверить, правильно? Ты вообще что, ты червяк? Розовый. Пил. Ну, ау. Да. Эти штуки неубиваемые. Если только у тебя нет неуязвимости, я так понимаю. Тыщ. 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 А, ну вот здесь поверху можно пропрыгать, правильно? Чё, фигней страдаю. Ау, ау, ау. Это был очень быстрый цикл поражения, триумф, поражения. Так, ну, а ты в эту сторону стреляешь тоже, да? Я почему-то думал, что только в ту. Я просто за ней понаблюдал в прошлый раз. И она вроде стреляла только вправо. А тут раз... Подляночка подъехала.
Блин, на этой штуке нельзя останавливаться. Там кусает куст какой-то. Кусятельный куст. Это уже миллион очков нафармил тупо из-за того, что умираю постоянно. Ага. Угу. Почему-то он не прыгнул, когда я там нажал прыжок. Ау. Да, ну, эта игра подарок. И я тоже дарил подарки на стриме. И если вы не попали на этот стрим, ничего страшного, потому что сейчас в нашем Discord-сервере проходит конкурс, в котором я разыгрываю... Блин. Прикол. Невидимый враг. Ну, точнее, он видимый, но он за стенкой. Я разыгрываю в Discord-сервере игры на 1000 рублей. То есть вы можете собрать корзину на 1000 рублей в Стиме с любым количеством игр. И я вам ее подарю, если вы выиграете в конкурсе. Конкурс очень простой. Нужно сфоткать свою елку с подписью, поздравлением для участников канала «Игры в призме субъективности». Ну, участников сервера, подписчиков канала, в общем, для всех. И какая елка и какое поздравление мне больше всего понравится, тот участник и получит от меня этот подарок. Чем я это сделал? Надо было просто на него прыгнуть. В общем, если еще не поучаствовали, поучаствуйте. Там на самом деле не так много участников. И выиграть очень легко. Но очень большая вероятность выиграть. В отличие от конкурсов «Поставь лайк» и там миллион лайков, и непонятно, кто в итоге все получает. У нас в конкурсах все прозрачно. Я сразу говорю, кто выиграл. Конкурс пройдет до 12.00 МСК. 3 января, то есть завтра он уже кончается, у вас меньше суток, если вы хотите поучаствовать. И мне кажется, в любом случае стоит попробовать. Блин, блин, он меня просто зажал. Ладно, дуду. Это явно какая-то игра от одного разработчика и, скорее всего, даже какого-то русскоговорящего. Потому что здесь два языка, русский и английский. Хорошо, так, это было хорошо. Сразу убиваем всех, кто тут есть. Ау, по мне все-таки попало что-то. Ладно. Так, бам-бам-бам. Хорошо. Так, сюда не запрыгнуть. Чела. Блин, мы так от врагов не отпрыгиваем. Это так... неинтуитивно. Обычно в таких играх все отпрыгивается. Этот чувак блестит, и мне это как-то... Там ключик какой-то. Может, от него стоит отпрыгнуть все-таки? Ну, сейчас мы на чекпоинт вернемся, ничего страшного. Здесь он недалеко был. Ну, просто, может, он так блестит из-за того, что как раз от него можно отпрыгнуть? Нет, он блестит от того, что к нему вообще нельзя прикасаться. Да... Серьезно? Хардкорный платформер получается. Ну, я не знаю, возможно, нам нужен какой-то двойной прыжок, чтобы... Как вообще эти платформы не синхронизированы? Мне полчаса надо ждать, чтобы они... Окей. Там опять башка... А, башка — это, наверное, жизнь. Логично. Наверное, логично. А на тебя тоже нельзя наступать? Средний чекпоинт. Не круто, чел. Клёвый олдскул. Не-не-не. Мы не круто, чел. Просто хочется пройти этот уровень.
А там будет что будет. Тут еще вообще есть какая-то... Секретка, окей. Есть какая-то легкая сложность. То есть это сложность реальный ученок. А есть сложность... Ясно. Это была, типа, дополнительный удар. И что? А как бы я оттуда вообще выбрался? Интересно. Да. Новогодние праздники дают о себе знать. Что? Я ж пригнулся, блин. Олдскулы свело. На самом деле, я не играл в всякие Марио в детстве. И что там еще было такого платформенного. И во всякие, типа, I wanna be the Boshi, I wanna be the guy, и вот эти всякие хардкорные precision-платформеры с этими... с какими-то подставами, я ни во что в это не играл. Я говорю, я вообще ни во что мейнстримовое не играл, во что играли все мальчики моего возраста. Я играл только в три в ряд и ферму Айрис. И Зуму. Ладно. Окей, давайте еще вот истратим эти две жизни. Это должно было быть не так быстро, но... все же. Вот, и... закончим. Я не понял, я там зацепился за стенку? Или мне показалось? Так можно в этой игре? Ладно, все. Не продолжить. Да. Ну... прикольная, миленькая, но не очень мой жанр, наверное. Ну, а вы по традиции пишите, какие мысли у вас возникли в голове об этой игре. Рассказывайте, как у вас проходят новогодние праздники. Не забывайте участвовать в конкурсе. И, как обычно, живите дружно, не болейте и до скорого.